Всем привет! Как ваши дела? Сегодня смотрим расклад, который называется «Что скрывает от вас ваша душа?» Да, да, что от вас скрывает душа? Недавно на моем втором канале с короткими раскладами, ссылка, кстати, на него есть в описании под этим видео, да, кто еще не перешел, не подписывался, переходите, подписывайтесь. Там я выкладывала короткий ролик, на этом канале тоже, по-моему. Ну, в общем, он так назывался, да, так же назывался. И я увидела такой достаточно большой отклик, а поскольку ролик был минутный, то, в принципе, ну, за минуту много чего и не скажешь. И мне захотелось сделать такой более обширный расклад. И мы посмотрим, да, что от вас скрывает душа. Если я найду нечто аналогичное из тех раскладов, которые я уже делала, да, я вот здесь вот в подсказках выложу. И на всякий случай еще раз напоминаю, что иногда в некоторых, не во всех роликах сверху, либо слева, либо справа появляется такая заставочка, да, подсказка с тем, чтобы вы нажали на нее и перешли на расклад, схоже с той темой, которую я делаю, да, то есть посмотреть на моем канале. Вот. Так, ну, видите, да, видели позиции, выбираете. Так, позиция номер один, голубенький камешек. Смотрим единички. Что от вас скрывает душа? Королева жезлов, окей. И аркан шута. Знаете, скрывает от вас какие-то перемены, которые идут, связанные именно со становлением вас. И мне хочется сказать, скрывает от вас ваше будущее. Ваше будущее, а почему оно скрывает? Ваше будущее интересно. Почему скрывает? Потому что аркан умеренности. Потому что пока вам как будто бы знать не нужно, чтобы вы не вышли как-то из своего равновесия и баланса, чтобы вы не начали как-то что-то торопить, да, как-то влиять на ситуацию, чтобы вы все не испортили. Скрывает ваше будущее перемены, которые вас ожидают. Причем перемены в хорошем ключе. Что-то такое новое вас ожидает. Мне любопытно стало. Что же это новое? Новое связано с любовью. Новое связано с двойкой кубков. Это может быть союз, это может быть дружба, это может быть какое-то сотрудничество, тандем, слияние двух людей. Это новый союз. Мне же любопытно. Да, фиг два мне скажет. Что вы думаете, я могу обмануть, что ли? Аркан лабиринта и луны. Нет, скорее всего, нет. Либо здесь не показывают, либо здесь еще не полностью не определено, полностью не ясно, вот о чем здесь Луна говорит. У меня такое ощущение, что это, скорее всего, и вышла еще одна двойка кубка. Вот как это объяснить, да? Сейчас я подумаю. Является ли это новым союзом? Знаете, у меня такое ощущение, что как будто бы здесь не совсем показан новый это союз, знакомство, там, либо еще что-то, либо это старое, потому что это не столь важно. Важна сама энергия соединения, слияния. То есть здесь как будто бы, знаете, 50 на 50. То есть еще пока не определено, что это за союз будет, либо он уже есть. Вот именно поэтому нам и не показывают это будущее, потому что мы как будто бы не должны на это повлиять. Это еще больше как-то запутает ту ситуацию, которая уже есть. Хорошо, для чего тогда нам это показывают? Аркан Солнца. Для того, чтобы вы продолжали верить в позитивное будущее. Для того, чтобы вы мыслили в позитивном ключе. Да? Для того, чтобы вы продолжали радоваться, либо, по крайней мере,
акцент делали на что-то такое хорошее, на что-то такое теплое, то есть в позитивном русле должны думать. То есть если у вас уже есть какой-то союз, но, ну, какой-то проблематичный, да, вот, и вы хотели бы как-то его улучшить, то здесь надо думать в позитивном ключе об этом. Не то, что вот, а, все плохо, ничего не получается, вот, и что делать. Нет, а думать, вот как-то моделировать в позитивном ключе это, что у вас уже все хорошо, вы нашли общий язык, вы уже живете той жизнью, которую хотите, либо у вас там такое сотрудничество, основанное на открытости, там, соответствует всем договоренностям, все прозрачно, все понятно, все известно. То есть вот либо так надо думать, либо здесь, если нету союза, то все равно надо как-то желать. То есть не представлять человека, а представлять свои ощущения, когда у вас уже есть то, что вы хотите. Вот как вы себя ведете, как вы проживаете, о чем вы думаете, что вы чувствуете, хочется сказать, чем вы дышите. Но здесь еще также, знаете, может быть, если это вообще не про союз, у меня здесь такая энергия пошла, что, возможно, это речь идет о каких-то переменах, связанных с тонким планом, что это, возможно, имеет отношение к слиянию, к соединению вас, внутри вас, вас самих, двух противоположных энергий, либо налаживание контакта с вашим высшим Я. То есть здесь речь еще может быть и про ваше внутреннее состояние. А что, какие изменения-то будут? Ну вот именно взаимодействие брать и отдавать, да, то есть вот как будто бы уже не будет внутренней борьбы, конфликта между тем, что вы отдаете и что вы берете. Вы как будто бы выйдете из своей стабильности. Здесь перемены идут, скорее всего, в вашем мышлении, да, потому что аркан Шута тоже на это указывает. То есть ваше мышление, ваше мировоззрение, возможно, оно изменится. И как следствие, то, как вы взаимодействуете с людьми, с миром, оно изменится. Уже не будет такое, знаете, что вот вы сдерживаете в себе какую-то энергию, не знаю, не хочу ни с кем делиться, зачем кому-то что-то рассказывать, людям это не надо. То есть вот где-то что-то вы зажали, это не обязательно в деньгах, это, скорее всего, больше в энергиях. Где-то что-то кому-то не дали, где-то закрылись. Может быть, перестали как-то развиваться, выбрали для себя стабильность, такую жизнь размеренную. То есть то, за что вы держитесь очень сильно, это вот нарушает как будто бы баланс. И должно произойти какое-то изменение в вашем сознании, которое заставит вас посмотреть вообще на ситуацию по-другому. И вот изменив свою точку зрения, изменив свой взгляд, вы по-другому начнете взаимодействовать. Ну, это даже может быть с людьми, может быть, вы были более как-то замкнутыми, закрытыми. А потом как-то вот посмотрите на эту ситуацию, что-то произойдет, и решитесь, то, а почему я так себя веду, да? Ну, а почему бы не поговорить с человеком? Может быть, действительно что-то новое узнаю, может быть, это интересный человек, а я как-то закрываюсь от мира, может быть, дать ему какой-то шанс, возможность. То есть вот что-то такое, но это не в моменте, а это будет как следствие того, что произойдет в вашем сознании. Потому что это очень повлияет на вашу королеву жезлов, да, что скрыто, ваша королева жезлов, ваше и солнце здесь выпадало, ваше проявление в социуме изменится. Вы как будто бы откроетесь, знаете, как солнце, которое вышло из-за солнечного затмения, да, когда его луна закрывала. Вот вы вышли и заново стали светить. И вы по-другому себя ощущаете, и как следствие люди с вами взаимодействуют по-другому. Новые шансы появляются, новые возможности, и вы открыты этим возможностям, уже не закрываетесь. Что в вашем сознании произойдет?
Тройка мечей, с чем она связана? Ну вот как-то с разбитым, с какой-то болью, которая связана вот именно с вашей душой. Это все равно как-то будет влиять на эмоции. Это будет связано с вашим эмоциональным планом. Я не буду привязываться к отношениям, но все же скрывает здесь какое-то развитие именно в вашей личной жизни. Либо то, что наполняет вас эмоционально, то, что имеет важность и ценность для вас с эмоциональной точки зрения. Вот куда вы прикладываете свои эмоции? Если прикладываете там к работе, значит там. Ну, я не вижу, здесь скорее всего одушевленные, здесь речь идет о людях. Либо о людях, либо о духовном каком-то вашем росте, развитии. Здесь может быть рост с духовной точки зрения. Какой-то вот такой, знаете, не то чтобы скачок, а новый этап. Как-то больше света появилось, больше свечения, больше яркости. Объем ваш энергетический, он как будто бы как-то увеличился. Ну вот как-то так. Не знаю, не могу больше сказать, если кому-то что-то откликнулось. Пишите. Я думала, каким бы арканом перекрыть. Хотела двойку кубков. Нет, шутом. А для чего я это делаю? Я перекрываю расклад, как-то, знаете, даю вектор, в какую сторону ему развиваться. Особенно если есть негативные карты, они перекрываются позитивными. Позиция номер два. Двоечки. Кто не смотрел начало, всегда говорю, что в начале расклада, если есть аналогичная тема у меня расклада уже записанная, да, я вот выкладываю в подсказках. Если всплывают иногда подсказки, не только у меня, на любом канале, это подсказка, она так, знаете, как линия такая, информация, для того, чтобы вы на нее нажали и перешли на другой ролик. А потом вернулись снова к тому, который вы видите. Он тоже в тему, да. Так просто захотелось напомнить. Что от вас скрывает душа двойки? Паж мечей. Двойка жезлов. Аркан мира. Принятие какого-то решения. Знаете, вы получите какую-то информацию, которая заставит вас задуматься. Заставит вас задуматься и принять какое-то решение. Либо что-то завершить, либо что-то начать. То есть здесь будет разрешение какой-то ситуации. Но разрешение после того, как вы получите какую-то информацию и определитесь с выбором. Либо что-то завершить, либо что-то начать. Интересно, стало уточнять двойку жезлов? Ну, то есть выбор между чем и чем будет. У него выпадает с одной стороны аркан смерти, с другой стороны аркан шута, да? То есть выбор будет, и аркан мира тоже на это указывал. Интересно. Интересно, иногда карты это говорят. Выбор между чем? Между тем, чтобы отказаться от прошлого, выйти из какой-то цикличности, повторности, отпустить это прошлое и пойти дальше – свое развитие, а с другой стороны начинание, да, то есть я не знаю, как это так может быть, ну, то есть это в принципе это про одно и то же, но оно как-то разделено. А что это за информация? Но пока она от вас скрыта. А семерка кубков тоже говорит о каком-то выборе. Это будет внезапно. У нас вышла башня и аркан дьявола. Знаете, здесь трудность, вообще двойкам трудно что-то выбирать, но здесь трудность, она будет связана как раз-таки с дьяволом. Во-первых, эта информация, она будет внезапная, она как снег на голову вам упадет, но она будет необходима, то есть, знаете, как там очистить какую-то ситуацию. Но трудность будет заключаться в дьяволе, чтобы ее отпустить, да, потому что... Знаете, это иногда как, например, касательно какой-то привычки, да, что вот нужно отказаться. А как откажешься, да? Я, допустим, у меня эта привычка была, ну, элементарно, курение, да.
столько лет, и вдруг, там, не знаю, информация там, по состоянию здоровья, надо бросить курить. Да, как так может быть? Да? Как я могу бросить? Я столько лет курила, а тут надо бросить. То есть от этого зависит, там, я не знаю, мое будущее. Очень сложно, да, то есть я понимаю, я осознаю, я хотел бы, но вот как будто бы эта привычка выше меня. То есть здесь просто не получится. У вас вообще с выбором сложно, но здесь вообще прям дьявол будет держать вас всеми возможными и невозможными способами. Потому что то, что... от вас будет требоваться аркан звезды на дне. Это будет связано с каким-то вашим желанием, с какой-то вашей целью. Это имеет для вас значение. Это не простой какой-то выбор, там, я не знаю, пойдем в кино, не пойдем в кино. Нет, это что-то для вас очень ценное, важное. И до тех пор, пока это важно для вас, это вас не будет отпускать. И вот в этом-то и сложность выбора. Что вам делать? Быть более решительными, да, по тузу мечей. Знаете, найти в душе в первую очередь некое такое успокоение и принимать решение в более спокойном состоянии и не торопиться. Здесь нельзя торопиться. Угу. Думала, поможет, а помогли мне карты. И вытащила дополнительную карту, да, то есть, чтобы уточнить. Аркан, говорящий о том, что нужно не торопиться. И выпала Верховная Жрица, которая тоже, в принципе, говорит о том, что я никуда не тороплюсь. Я не потому, что я нахожусь в пассивности, а потому, что я четко владею пониманием времени и знаю, когда, что всему свое время, да, что придет время, и я смогу принять правильное решение. Как вам нужно, да? Не торопитесь. Не торопитесь, слушайте себя, слушайте свою интуицию, прежде чем примете решение. Здесь нельзя быть эмоциональным. Здесь нужно по тузу мечей вскрыть вот полностью все, что особенно скрыто. То, что неизвестно. То есть нужно, как говорится, докапываться до корней. То есть если получится какую-то информацию, не берете ее сразу за чистую воду, поисследуйте, узнайте, раскопайте. Не все так, как кажется. В этом может быть и сложность, да? То есть у меня такая картинка идет, да? Дорогая, это не то, что ты подумала, да, когда жена... застукала своего мужчину в кровати женщины. И вот здесь вот действительно такой момент, что это действительно не то, что вы подумали, да, то есть там, я не знаю, может быть, там, сбил, пример такой, да, не сбил, а облил грязью мужчина какую-то женщину и хотел ей как-то, я не знаю, ну, помочь, что ли. Вот, и привел домой, чтобы она постирала вот эту свою одежду, и вот пока она, значит, сушится, она ходит в его футболке, да, вот, и в этот момент какой-то, знаете, не очень такой хороший, но бывают такие моменты, да, то есть не всегда все очевидно, это так, как есть, да, всегда есть, бывают такие моменты, когда есть что-то скрытое, вот в вашем случае это так, то есть не берите за чистую воду то, что вы увидите, вот здесь вот это очень важно. Паш мечей нам тоже направляет на то, чтобы вы поискали, поисследовали эту ситуацию, раскопали, потому что, возможно, есть какие-то скрытые моменты, которые повлияют на принятие решения. Именно поэтому здесь по двойке мечей говорится о том, что вы были сфокусированы, сконцентрированы на своей интуиции. Она у вас хорошо работает? Она вам подскажет, что, возможно, что-то здесь не так. Да? Вот если будет такое ощущение, то имейте в виду, что нужно будет... поразбираться, покопаться. Так, это от вас скрывает ваша душа, то, что вам предстоит. Предстоит. Так, позиция номер 3, зелененький камешек, троечки, смотрим вас. Если будут всплывать подсказки, да, либо в начале расклада, либо ваши позиции, это говорит о том, что вы можете нажать на эту подсказку, да,
и она вас перебросит на аналогичный расклад. Потом вернетесь и посмотрите этот. Я всегда так выкладываю, да, в некоторых раскладах. Так, это для информации, что такое подсказка, на нее надо нажать. Не просто посмотреть, она всплыла, как какая-то такая ленточка, да, на ней что-то написано, на нее надо нажать. Итак, тройки, что от вас скрывает ваша душа? Девятка мечей, пятерка пентаклей. И аркан справедливости, что то, что вы сейчас проживаете, да, вы как будто бы это заслужили. То есть это все достаточно справедливо. А что вы проживаете, какие-то страхи, сомнения, головные боли, кошмары по поводу какого-то кризиса, либо это кризис вашей души, либо это финансовый кризис, либо какие-то трудности, сложности. То есть здесь как будто бы скрывается, что... вы это получили по заслугам. Интересный момент. Ну, либо если не по заслугам, то как минимум так должно было быть. То есть вот то, что сейчас происходит, вот это негативное, так оно и должно быть. Меня не смущает девятка пентаклей, мечей. Меня смущает пятерка пентаклей. Это какой-то урок, который вы проходите. Пятерка кубков. Действительно, вы проходите какой-то урок. Урок утраты. Огорчение, очень много думаете на этот счет, как вам быть, что вам делать и как пойти в новое. Вот смотрите, здесь урок такой достаточно, вот аркан справедливости на это как раз и указал, справедливый. Он связан с тем, что в вашей жизни не было какого-то развития, да, то есть за что-то вы очень сильно держались, чему-то очень сильно придавали значимость и важность. И это вот вы даже не осознавали, но это вас разрушало. Разрушало вашу душу. И поэтому здесь у вас забрали, но вы не видите сейчас, что это был урок. Вы это воспринимаете, скорее всего, как некое такое наказание. Но на самом деле это не наказание, а на самом деле здесь какой-то более глубокий урок в плане... в плане именно вашего развития. То есть, знаете, как-то ситуация не развивалась, вы ее, не знаю, хотели какой-то комфорт, что ли, спокойствие, размеренность, и не шли дальше. И как будто бы силы вынуждены были создать такую ситуацию, обстановку, которая бы вывела вас из вашего вот этого равновесия для дальнейшего, либо стабильности, да, для дальнейшего вашего развития. Просто где-то вы остановились в своем движении и не шли дальше по ступени развития. Спрашиваю, в чем вы остановились? Остановились, рыцарь мечей, семерка мечей, остановились на пути достижения своей цели, но как-то через обман, через хитрость, не знаю, поставили себе, во-первых, поставили какую-то узконаправленную цель, и вот эта вот зашоренность, она не давала вам возможности ее получить, не потому что цель была неверно поставленная, а потому что так как вы шли к ней, то есть способы достижения, они были ограничены вами. Поэтому у вас как будто бы что-то забрали, чтобы вы заново пересмотрели, были более открыты к тому, каким способом вы можете получить то, что вы хотите. Потому что вы слишком узконаправленно, то есть вы говорили, я вот так хочу это получить. А возможно, таким способом вам получать не надо было. Был более легкий, либо более сложный, либо какой-то другой. Вот. Но вы его не замечали, вы были зашорены в чем-то. И вот эта вот зашоренность в движении, она как раз-таки была какая-то обманчивая вот здесь вот по семерке мечей. Хитрость. То есть вы как будто бы говорили, я не знаю, либо так, либо я откажусь. Но и то, и другое не то, что нужно вам. Здесь вообще нужен был какой-то другой подход. Еще раз говорю, здесь не про цель, а про способ ее достижения.
Да, здесь хитрость была то, что вы шли в новое как-то, ну, либо не хотели идти в новое. Вот вы не хотите идти другим путем, вы хотите тем, которым вам известно. А там, когда вам известно, в этом нет развития. А развитие есть, где есть непредсказуемость, неизведанное, что-то новое. То есть там, где уже сформировались нейронные связи, да, есть протоптанная такая тропинка, борозда, да, а уже в этом нету развития. Для того, чтобы формировались новые нейронные связи, да, их нужно создавать. Вам нужно идти в абсолютно новое по шестерке мечей. Паша Жезлов и шестерка мечей, они говорят про новый путь, а вы вот в это новое не шли. Либо в новое шли, но старыми известными вам путями. Вопрос не в том, куда вы идете, а вопрос в том, что вы постоянно развивались, постоянно, чтобы было что-то новое. Потому что когда вы идете протоптанной тропинкой, это становится автоматизмом. А в автоматизме вы как будто бы спите, понимаете? То есть если вы на автомате, вы не пробуждены, вы не осознаны, вы спите. Оно само собой за вас случается. Вам нужно идти в новое. А в новое оно держит вас в каком-то напряжении. Оно не дает вам заснуть, понимаете? Оно вас будоражит, потому что вы не знаете, какая реакция будет. И вы включаете все свои рецепторы для того, чтобы вот как-то выжить, что ли, в этой ситуации, адаптироваться, пойти в это новое. И в ней вы находитесь более пробужденной, вы получаете больше нового опыта. А когда вы идете одной и той же дорогой, да, вот вы ходили, вы уже на автомате, иногда вы спите, как вы это понимаете, вы даже не осознаете, что вы пришли. То есть если вам сказать, там, что ты там увидел на дороге, вот ты 50 метров за твоей спиной прошел, да, и что-то не это самое, не обратил внимания, почему? Потому что меня ноги сами ведут, это протоптанная дорожка, и мои мысли куда-то меня уводят, и я сплю. То есть, по сути, на автомате все происходит. Здесь про это говорится. Поэтому Аркан Справедливости говорит по заслугам, что то, что с вами сейчас происходит, да, вот эта вот утрата, она не случайна, она для того, чтобы вас как-то пробудить, разбудить, сказать, что нет, все, иди дальше. Да? То есть стишок, да, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке меч. Вот у вас как будто бы отобрали этот мячик и бросили в речку. А до этого вы играли, вам было хорошо, вы спали, а потом в ропа отобрали. Что теперь делать? Куда идти, да? Как взять его из речки? Вот это про вас. И от вас сейчас душа вот это скрывает, что то, что вы проживаете, это, во-первых, это урок, ну, то есть по заслугам, но это урок. Это не наказание. Это все пятерки у нас всегда говорят про уроки, которые мы проходим. Для чего мы дали эту информацию? Семерка Пентаклей и Король Жезлов. Для того, чтобы вы продолжали. Продолжали вкладываться, да, обучаться, но уже в более пробужденном состоянии, чтобы вы проснулись. Не делали это на автомате, потому что присутствует некая такая монотонность. Вот эта монотонность, она усыпляет вашу бдительность, а вам нужна вот эта бдительность. Здесь про это говорят. Информацию вам дали, чтобы вы пересмотрели ту ситуацию, о которой здесь шла речь, были более бдительны, ну, то есть включились, проснулись. Вот, и более включенными пошли в Короля Жезлов, в ваше будущее. То есть продолжали делать, но уже не на автомате, а более осознанно, через осознание того, что все, что вы проходите, это урок. Для того, чтобы понять, надо быть включенным, да, надо замечать, надо быть наблюдателем. Включенным я имею в виду не в процесс, а включенным в осознании, понимании, что происходит, для чего я это делаю, что мне это даст, чему я научусь. То есть вот, вот это вот есть включенность. Вот, и таким образом вы выйдете из этой ситуации. Угу. Десятка мечей говорит про это. Но не скоро. Еще впереди будут тройка мечей, да, но новое начало все равно есть, да, туз Жезлов и Аркан Императрицы. Новое начало есть, и вы придете туда, куда нужно. То есть надежда есть. Видите, как казалось бы, да, я разочаровываюсь и плачу, потому что я что-то утратила. На самом деле там намного более глубже смысл.
Когда мы живем так поверхностно, мы эти смыслы не видим, не замечаем, мы их не знаем, не осознаем. Но когда немножечко уделяем этому вниманию, начинаем разбираться в ситуации, то мы видим, что на самом деле это, оказывается, были уроки, а я, как говорится, сетовала на жизнь. Но вот эта вот жизнь, она преподнесла урок и обогатила меня определенным опытом и новыми знаниями. Вот это вот есть более осознанный подход, осознанная жизнь. Такой у меня был сегодня для вас расклад. Я благодарю вас всех за внимание. Если я не ошибаюсь, этот расклад выйдет в пятницу. Если это так, то я пожелаю вам отличных выходных. Хорошо отдохните, наполнитесь энергиями, перезагрузитесь, дышите осознанно. Не знаю, почему я это сказала, но вот дышите, да, прям обращайте внимание на свое дыхание, нигде не зажимайте свои мышцы, будьте в более расслабленном таком состоянии. Вот, и вы увидите, как ваша жизнь может меняться. А я с вами прощаюсь, всего вам самого наилучшего, всем пока-пока!